Привет, сегодня посмотрим, как будем пилить бревно на 60, сосна, порода. 62 даже. Так вот. 61-62. Пилорама Woodmizer LT15. Двигатель бензина 15 лошадей. Вот один пропил сделали. Пока поставили бревно, это кое-как тут устанавливали его. Закатывали только минут 10, наверное. Все, смотрим дальше. Это бревно нормальное. Сейчас переворачивать как будем, не знаю. Там не идет тоже. А? Он не идет тоже. Лента вниз ушла.
вернули втроем кое-как. Нормально вроде. Так, поставили вот так вот, этой стороной. Сбоку, чтобы она была. А то, если полностью переворачивать, то тяжело будет крутить. Так-то еле повернули втроем. Баграми вот этими вот. Удобная вещь, баголики вот эти. Вот такие вот. Американские баголики. Пиламой были вместе. Когда пилораму купили, и багры эти тоже сюда пришли вместе тоже. Сипи. Может совсем полбревна еще гнили будет. А то есть внутри может все полностью гнилое. Всяко бывает. Зря пили, может, дрова пили. Мерседес знак. Немецкое бревно. Ленька один же перевернет. Смотри. Смотри, один хуяч. Поднимаем эти штуки. Двинули немного. Сейчас сама. Сам был? Так вон вдвоем надо. Ленька один ничего не может сейчас. Силенок не хватает, похмелья, видать. Позавчерашнего. Что-то мешает? Переворот бревна происходит. Пол уже не бревна, вернее. Еще толкнуть немного надо и все. Сейчас бы на той на пилораме, на другой, на сороковке, сейчас бы раз-раз гидравликой перевернули. А тут сколько канители вручную переворачивать.
Возврат получил. Гнильца пошла. Уже часа полтора-то точно пили. Если не больше уже. Еще эту, считай, пока эту еще кормить, да что перепиливать. Это 2 часа точно будет. Все, почти бревно распилили уже. Вот эту доску не обрезную сейчас окормят. Короче, получается примерно вот уже 2 часа где-то пилят бревно это. Примерно по времени. Уже больше, наверное, даже немножко. Короче, больше 2 часов вышло на одно бревно. Бревно на 62 бревно. Размер. 62 сантиметра диаметр. Ну, это с вершины, само собой. С камля тут, наверное, на 80, наверное, было. Примерно. Может, больше. Вот это кромяся. Все, наверное, всем пока. До новых встреч, до свидания. Так вот и работаем. На американских пилорамах.